Всем привет, меня зовут Настя, и это Рождество с Юз Город Света. И сегодня я покажу вам, как сделать праздничный макияж для Рождества и Нового года. Для начала очищаем лицо от загрязнений или от предыдущего макияжа. На чистое лицо наносим базу под макияж. Я использую силиконовую базу, так как на ней макияж выглядит ровнее и держится дольше. Затем выравниваем тон лица с помощью тонального крема и закрепляем его пудрой. Делаем более выразительные брови при помощи карандаша или теней. И приступаем к макияжу глаз. Начинаем с того, что наносим серые тени и оттушевываем края нанесения. Тени наносим на верхнее веко и на нижнее вдоль ресничного ряда. Если ваши серые тени кажутся вам слишком светлыми, можно затемнить внешний уголок глаза черными тенями. На внутренние уголки глаз наносим светлые мерцающие тени любого подходящего вам оттенка. Этот прием делает взгляд более выразительным, ярким. Также можно подчеркнуть верхний ресничный ряд карандашом для глаз. Затем наносим на скулы румяна. Используйте более натуральные оттенки румян. Подкрашиваем ресницы. Так как в данном макияже у нас акцент на глаза, губы мы делаем более натуральными и приглушенными. Можно покрыть их прозрачным блеском или же помадой естественного оттенка, что мы и сделали. И в завершении можно добавить немного серебряной или мерцающей пудры на верхнюю часть скул, кончик носа, бантик губ, надбровные дуги. Это придаст макияжу нарядности. Мы с вами сделали один из вариантов новогоднего макияжа, с которым вы можете сходить на праздничную вечеринку или просто провести вечер с друзьями. Подписывайтесь на наш канал, чтобы первыми увидеть праздничные видео, которые скоро там появятся.